Ну а сейчас, дамы и господа, я думаю, что вот про этих гимнасток говорить никому ничего не нужно, даже тем, кто, может быть, художественной гимнастикой не интересуется, потому что на площадку выходит Арина Аверина. Про сестер Авериных, я уверен, знают почти все люди в нашей стране, да и не только. Это флагманы художественной На площадку гимнастики, это девочки, приглашается за Арина которыми следить и Аверина, на выступления Россия. которых смотреть Please welcome всегда Арина очень-очень Аверина, приятно. Russia. Это действительно, Senior. как я говорил изначально, гимнастика, балет, цирковое искусство, все воедино. Это танцы народов мира. В общем, я думаю, что я и так тут уже очень многого наговорил. Арина Аверина, дамы и господа, внимаем. Дамы и господа, это восторг. Это что тут еще говорить? Это по-настоящему Арина восторг. Аверина, Арина Аверина, и, Россия. кстати, очень приятно наблюдать, что четырехкратная она чемпионка не мира. сильно перебинтована, потому что на Семикратная последних чемпионка Европы, выступлениях в том вообще числе травмы, к абсолютная сожалению, чемпионка преследовали Европы, Арину, и можно заслуженный было часто мастер увидеть, как спорта Российской она Федерации. выступает с Арина Аверина, перебинтованными ногами. four-time Нет, здесь вроде как все чудесно. Да, все равно, вот видите, правая world нога у нее немножко как будто бы, champion, ну, не перебинтована, да, так, чуть-чуть. Ну а сейчас Арина Аверина, дамы и господа. Арина, затем Дина, сестра Аверина. Еще раз, не буду тут долго что-то рассказывать про них. Давайте просто смотреть, как девочки выступят. Волнуются, и это вполне понятно, потому что в этом На сезоне каких-то площадку турниров мало, но сама приглашается Арина и сама Дина Арина говорили в интервью, Аверина, что Россия. они очень рады, что есть Please вот такой формат, welcome что можно Арина Аверина, соревноваться. Ну и Russia. вот перед, после прошлого международного онлайн-турнира они говорили, что очень жалко, что сборная Болгарии в итоге не приехала. Сегодня и представители Болгарии, и представители Италии, поэтому надо показывать свой максимум. Итак, Арина Аверина. Thank you.
Я уже не первый раз тоже об этом говорю, Арина, не первый раз Арина, в этом убеждаюсь. Россия. Я не знаю, персональное ли это было желание Арины Аверина подбирать себе такую музыку, либо же это тренерский штаб, и как бы предложили, Арина согласилась, но это же просто восхитительно, это просто блестяще, потому что это основная композиция «Don't Let Me Be Misunderstood», это саундтрек из фильма «Убить Билла», из фильма Квентина Тарантино. Ну а сейчас, еще раз, это, наверное, визитная карточка прямо сейчас российской художественной гимнастики, именно выступление за булавами. Арина Аверина, если ничего не поменялось, если не поменяли музыку, то она сейчас должна выступать под «Белла Чао», «Белла Чао», «Белла Чао». Опять же, это известная музыка испанская, испанских партизанов, музыка, которая второе дыхание получила благодаря испанскому сериалу «Бумажный дом». Если вдруг не смотрели, сериал производства Netflix, у него три названия. «Бумажный дом» по-русски, «Money Heist» по-английски и «La Casa del Papel» на испанском. Обязательно посмотрите, ну, как минимум, первые два сезона были, потому что это, безусловно, шедевральный, очень интересный сериал. И, может быть, поэтому, может быть и нет, но, честно признаюсь, наверное, из всех выступлений, вообще всех, и с булавами, и с лентой, и с мечом, и с обручем, вот именно этого выступления Арины я жду каждый раз и наслаждаюсь им, как в первый. Думаю, что многие со мной согласятся. Итак, Арина Аверина и, надеюсь, что «О Белла Чао». Да. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Брависсимо! Брависсимо, Арина Аверина. Да, недовольна собой. Еще раз, это, наверное, отличительная черта сестер Авериных, что если хоть какая-то небольшая помарка, они будут собой недовольны, это, наверное, и делает великими спортсменами и великими чемпионками. Опять же, очень хочется надеяться, что травмы обойдут Арину, обойдут Дину. И на Олимпиаде в Токио, конечно, мы их увидим. Честно говоря, я эту Олимпиаду жду, ждал и, надеюсь, буду ждать. В том числе, в первую очередь, наверное, благодаря сестрам Авериным и, конечно, благодаря Арине с булавами, с этим ее выступлением.